умовах карантину та після нього людей охоплює тривога та страх. Як не втратити роботу? Що робити тоді, коли сидять діти вже у вас на голові? І що потім робити? Невже буде економічна криза? Всі розуміють, що, мабуть, таки вона буде. Як вибратися з цієї ситуації? Саме з цими питаннями ми звертаємось до гостей, які прийшли сьогодні до нашої студії. Дуже рада вас бачити. Це подружжя Зарічних, Лілія Зарічна, арт-терапевт, і Давид Зарічний, психотерапевт. І ми зможемо допомогти все ж людям не втратити себе, не втратити своє внутрішнє самопочуття і... От найголовніше, мабуть, це знати, що ж тобі робити і що буде далі. От коли в людини є така впевненість, що все буде добре, то вона, мабуть, і почуває себе краще трошки. Так? Так от, що нам зараз робити, на що звертати увагу і як же пережити це все? Ну, в первую очередь, важно понимать и чувствовать, что происходит с самим собой, то есть определять, то ли я в ресурсном состоянии, то ли нет. И это можно сделать с помощью того, что вы понимаете, что если, например, по каким-то эмоциональным, физиологическим ощущениям вы чувствуете себя дискомфортно, то с вами уже происходит переживание, беспокойство, либо тревога. И важно это обозначить для того, чтобы потом суметь с этим что-то сделать вовремя, для того, чтобы это не переросло в нечто большее, в тревогу, которая навязчива, которая возвращается, которая не уходит. И для того, чтобы так не происходило, нужно вовремя с этим поработать. Так, ну, чи можливо самотужки це розрізнити? Я не знаю, мені здається, тільки фахівець може допомогти. Чи ні? Чи можна самому? Конечно же, если ваше эмоциональное состояние, да, которое может быть страх, паника, тревога, которая уже становится такая навязчивая, это могут быть проявления такие, как падает концентрация, да, то есть есть какая-то постоянная раздражительность, с которой вы сталкиваетесь, нарушается сон, то есть вы ощущаете, что уже физические проявления вашего тела говорят о том, что это, ну, было не разовый случай, да, не два раза, а это уже повторяется, это беспокоит вас в течение там нескольких дней, там недели, может быть, уже месяц, тогда уже нужно обратить на это внимание, это уже перерастает в какой-то длительный такой стресс, какую-то паническую атаку, нужно ну, срочно на это обращать внимание, обращаться, работать со своим состоянием, обращаться к специалисту, да, либо искать методы, способы, как самостоятельно попробовать тоже какую-то эмоцию счистить. Сегодня мы хотим тоже сегодня как раз мы попробуем это сделать. Так, с приводу экономической кризы, все этого боятся. А поки що вона, можливо, не так відчувається, бо люди сидять вдома і якісь резерви є. Ну, можливо, в когось закінчуються, але ще от так гостро не відчувається. От так, щоб зовсім було все прям погано. Дехто працює, дехто, можливо, знаходить якісь можливості. Десь хтось на дачу поїхав, хтось ще кудись. Тобто, ну, в принципі, нічого. Коли люди вже вийдуть активно на роботу і будуть розуміти, що це вже сталося і криза є, то ось тоді, мабуть, будуть проблеми. Що робити в такому випадку? Як не допустити ось цієї кризової ситуації всередині вас? Да, совершенно верно. Это то, с чего нужно начинать. Мы сейчас предлагаем нам сделать маленький эксперимент для того, чтобы посмотреть на эту ситуацию по-другому, потому что мы как арт-терапевты, как психологи всегда ищем во всем ресурс. И мы предлагаем прямо сейчас, буквально вот на 5 секунд, где вы находитесь, в том пространстве, в котором вы находитесь, рассмотрите и найдите все предметы красного цвета. И да. Оттенки красного цвета, ага. Может быть, маленькие оттенки, ну, то есть какие-то детали. Запомните. Оранжевый. Да, да, подходит. То есть бордовый, оранжевый. Моя блуза и Лилина сукня, я думаю, что и вот эта фарба, которая у нас тут есть, подошли, так? Так, рассмотрели внимательно, сконцентрировались. Теперь мы предлагаем все вместе закрыть глаза буквально на одну секунду. И прямо сейчас вспомнить ту комнату, в которой вы находитесь, вспомните все предметы зеленого цвета. И предметы. Оце уже никто не ожидал. Но может быть, напрягитесь. Один предмет, два. Ну, зеленая фарба там наче была. Кресла, на которых мы сидим. А это трошки вони такие зеленые, но... Имеют зеленый оттенок. А, имеют. То есть оттенки зеленые. То есть Юля вспомнила один предмет, да, это получается зеленый цвет. Вы можете посчитать для себя, сколько предметов
у вас теперь реально, да? То есть сколько вы вспомнили и сравнить с тем количеством, да, который, откройте глаза. Да, которое вы увидели и сейчас. И, конечно же, очевидно, мы уверены в этом, вот в результате этого эксперимента, что вы видите, что предметов с зеленым оттенком их намного больше. Так. И этот эксперимент... Это же так погано все. Про что це говорить? Мы хотим этим экспериментом напомнить всем о том, что несмотря на то, что мы сейчас все сконцентрированы на красном, на том, что кризис, на том, что карантин, на том, что стресс, на том, что это угрожает нашему здоровью, нужно покупать гречку, нужно покупать бумагу, туалеты, нужно запасаться какими-то моментами, зеленый, он все равно продолжает существовать. Просто мы сейчас выбираем видеть красный, но зеленый он есть, он существует, и он никуда не девается. И это про то, что даже несмотря на то, что есть сложности, трудности, кто-то, возможно, потерял работу. Или боится, что потеряет. Да, либо есть опасения, что, например, какие-то возможности уйдут, и бизнес остановится. И так далее, и так далее. То есть этих переживаний и страхов очень много может быть. Но, тем не менее, жизнь продолжается. Тем не менее, все происходит, и нужно фокусироваться не только на том, что является проблемой, а то, что может в новых условиях решить эту проблему. То есть, в первую очередь, на свои внутренние ресурсы. Угу. Какие у меня есть таланты, какие у меня есть навыки, какие способности, к которым я ранее не обращался. Что я могу в себе увидеть такого, как я могу применить это в условиях новых, с которыми я столкнулся. И построить, поразмышлять, построить план, как я это буду делать. Либо приступить уже к каким-то действиям, если есть такая возможность на данный момент, в период карантина. Ну, я думаю, що тут справді серйозніша ситуація. Було б добре, якби ми так розуміли, що от зараз в мене така ситуація, завтра вона може змінитися, я можу звернутися до інших інструментів. Але частіше у людей настільки паніка захопила їх, і що просто вони не бачать тих інструментів. Можливо, десь вони там і є, але знайдуться вони вже через деякий час, коли оте спаде все, що стосувалося людини, а той весь острах, він трошки відійде в бік, а з'являться нові можливості. Але то вже буде, мабуть, пізніше. Це називається гострий стан, якщо так. 100% это про это. Когда мы находимся в состоянии страха, то мы перестаем видеть и ощущать те возможности, ресурсы, которые есть и внутри, и вокруг. То есть мы фокусируемся на красном и не видим зеленого. Для того, чтобы начать это видеть, нужно себе помочь в этом, преодолеть это состояние, выйти из этого состояния. Mm-hmm. Это то, что мы и предлагаем сегодня сделать в формате такого быстрого экспресс-упражнения арт-терапевтического. И арт-терапия, по сути, в этом нам и помогает. То есть выйти, вытянуть себя из этого состояния, чтобы иметь возможность оглянуться по сторонам из другого состояния, увидеть эти возможности. Так, ну что треба робити? Варто є, так? Нам треба листочок? Що нам? Да, нам нужно для этого упражнения два листочка четвертого формата, так, краски, ага. Это могут быть акварель, либо гуашь, угу. И какие-то бытового уровня предметы, это может быть, к примеру, вот... Губка для посуды. Губка для это посуды, это будет даже интересно, да. Оригинально посмотреть по-новому на те предметы, которые вы видели раньше только в одном ключе, как и вся ситуация, которая также сейчас... Также это может быть, да, скребок вот такой вот, это может быть, конечно же, кисточка. Ну, дивіться, все ж у вас є. Вдома обов'язково повинно бути. Якщо навіть немає у вас пензлика під рукою, то, ну, посуд, мабуть, всі миють. Тому, я думаю, все це є, так? І, будь ласка, можна користуватися цими предметами, а може якісь інші є теж вдома. Ну, не знаю, може якісь спонжики, може щось там. Хто в кого що є, в кого що знайдеться, так? Ось, ми це беремо. Що далі? І наступним етапом на першому листі четвертого формату необхідно зобразити портрет свого негативного стану. Тобто це може бути страх, тривога, безпокійство, переживання. Це може бути дуже швидке зображення. Тобто не потрібно рисувати картину, важливо просто навіть взяти і, ну, як, наляпати якісь цвіта, може, там, приємно. Так, а чим, можна чим заводно. Да. Да, то есть мы берем предмет и задаем следующий вопрос. Если бы у моего негативного переживания, у моего страха был бы какой-то цвет,
то какой бы он тогда был. И чувствуем, какой из этих оттенков, которые у вас есть, подойдет для того, чтобы... Вот мені вони всі так подобаються, але я думаю, що все ж, мабуть, темніші кольори, от вони якраз можуть і візуально нам допомогти намалювати щось ось таке, якесь негативне, ну не знаю. Ну нехай воно буде таке, ну не знаю вже, як з ним боротись. Отлично. Але нехай це буде так. Зараз важливо навіть не боротися, а просто розрішити собі, посмотреть на це. Пусть воно буде некрасиво. Так, помалювати, знаєте. Предлагаємо так і зробити. На самом деле, випустити це все, тому що носити це в собі намного сложніше. Це не діагностична техніка. Важно це виплеснути і почувствовати якесь таке внутрі відчуття. Ух, от хочеться так зробити. Отлично. Я думаю, що не здержувати в цьому. Будь ласка, повторюйте. Ну, я маю на увазі малюйте щось своє, і я думаю, що ті негативи, які є, вони повинні виходити, і все, вони нам не потрібні. Отлично. Це є. Перша робота готова. Так, перша робота готова, і можна описати, а що ж в цій роботі зображено? Тобто, яке це чувство? Оце вже я не знаю. Ну, я справді не думала про те, що саме я хочу зобразити. Я думала про ті якісь негативні моменти, негативні ситуації, які можуть бути, і просто намагалася їх зобразити. Все. Тобто так, щоб щось там вималювалось. От якийсь, знаєте, клубок, який треба забрати з нашого життя. Ну, от він є. Можливо, не зовсім в клубок зібрався, але нічого. Але я думаю, що це теж підійде. Для того, щоб наш стан покращився, то, мабуть... Совершенно верно. Важно это просто выплеснуть и благодаря этому почувствовать, что это не вовне, а теперь это находится уже здесь, в этой работе. И в следующем этапе необходимо изобразить противоположное состояние. То есть мы берем и думаем, представляем, а как бы это могло выглядеть, и что бы это были за чувства, которые противоположны первому состоянию, которое у нас изображено на первой работе. Ну, я дуже швидко. Я думаю, що коли є в людини більше часу, то вона, мабуть, зможе намалювати кращий малюнок, і зможе себе показати, і зможе кольори підібрати, і взагалі може щось вийде таке. От, ну, мені хочеться яскравого чогось, хочеться радіти життю, хочеться, щоб все було в таких от кольорах, коли є сонечко, є небо, є земля, зелень, травичка, все є для того, щоб ми почувались дуже добре. Ну ось так, коли ми змішаємо такі кольори, то, мабуть, це буде добре. Звичайно, це не художня робота. Ні в якому випадку. Арт-терапія – це завжди не про якесь велике произведення мистецтва, а про ваше состояние, про ваші емоції. Тому ні в якому випадку не потрібно зараз аналізувати і думати, концентрувати, красиво це чи не красиво. Важно сконцентрироваться на том, чтобы это был образ, противоположный тому неприятному, который вы выплеснули на прошлый лист. Неважно, если это будут вот какие-то каляки-маляки, какие-то кляксы, но они будут для вас приятными, ресурсными. Вам важно просто разрешить себе в это пойти и точно так же оставить это на бумаге, без какого-либо анализа. А потом уже, когда вы завершите, посмотреть на это и назвать это какими-то вашими ассоциациями. То есть про что это для вас, про какие чувства, про какие качества, может быть, ваши. Тут правильно. Так, нет, а мені хочеться зараз намалювати якесь таке життєдайне дерево, вже потім, після того, як є основа якась яскрава, так, то хочеться на ній зобразити щось таке от тривке, можливо, з корінням глибоким, от, і щоб це дерево стояло і розвивалося, росло постійно, щоб там з'являлися якісь квіточки. Ну, от, поки що це чорний. Я думаю, для чого я взяла чорний? Але хочеться, щоб саме такий чорний колір, він показав стійкість. Ось саме так чомусь вона відображається. Ну, я думаю, в кожного ж по-своєму це може бути. І кожен намалює собі свій варіант, звичайно. Конечно, да. Это могут быть какие-то образы, символы. Это может быть просто какая-то абстракция, какие-то цветовые пятна. В этом процессе важно просто выплеснуть через цвет, через какую-то форму, которая может быть абсолютно разной, противоположное страху
чувства, приятное переживание. Юлия, вот в вашем случае эта работа с какими чувствами сейчас ассоциируется? Мне просто так сподобалось малювати. Я не знаю, не думала ні про які почуття, але в мене вийшла якась радість, якесь тут натхнення, я не знаю. Вірність, так? Хочеться малювати і малювати. Я розумію, що часу не так багато, але це процес, який захоплює. І справді, коли ти хочеш ще щось зробити, хочеш, щоб це дерево було життєдайним. Ну, от, мабуть, так. Отлично. Смотрите, мы сейчас, благодаря тому, что Юля, да, вот пошла, сделала смело это упражнение, мы все увидели и прочувствовали, ощутили на себе силу творчества и арт-терапии, потому что именно за что мы любим арт-терапию, потому что это направление, которое помогает через работу с искусством найти каждому из нас, каждому человеку какие-то внутренние опоры, ресурсы интуитивно, не от ума, а вот так спонтанно через какие-то занятия творчеством. Это не обязательно может быть рисование, это может быть и лепка, это может быть и музыка, и просмотр фильмов, кинотерапия, и работа с тканью, с фольгой. В общем, масса-масса интересных упражнений, в которых, благодаря которым человек может перейти в состояние творца. То, о чем говорила Юля, что теперь есть желание, уверенность, что я могу что-то делать, творить, давати, міняти цю ситуацію. Що ще хочу сказати, що після того, як ви зробите такі невеличкі от такі от варіанти, ви намалюєте спочатку щось одне, потім почнете вже згідно з тим станом, який у вас залишився, ви почнете працювати і будете малювати щось інше, відчувається якийсь спокій. От правда, я вам скажу, що після такої роботи, не знаю, може ті люди, які малювали разом з нами, відчули щось інше. Я про себе кажу, те, що в мене є. Це спокій, це впевненість, це навіть такий сплеск пішов. Тобто, насправді, я дуже задоволена тим, що це можна було зробити. І рекомендую всім взяти папір, взяти фарбу чи все, що у вас є, і зробити теж. Такий варіант, він справді допомагає. І я думаю, що він буде працювати, він вже спрацював, так? Поки що трошки, але якщо більше намалювати, мабуть, буде більше ефект. Звісно, так, є більш углублений формат цієї техніки, і ми приглашаємо вас до того, щоб ви експериментували і починали вже з цих перших шагів. Це доволі таки просто, як ви бачите, у нас в студії це відбувалося. Буквально за 5 хвилин ви можете зробити те ж саме у себе вдома, і переключитися, і знайти те ресурсне стан, яке дозволить вам побачити нові можливості, навіть в такій непростій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Так, ось який варіант – супер чудовий. Я хочу ще перейти до іншого питання, насправді не менш важливого. Це тоді, коли ви опинились вдома, і біля вас ваші рідні і близькі, які для вас були рідними. А тепер, коли ви всі сидите один в одного на голові, ви розумієте, що, ну, можливо, щось не складається. І взагалі ситуація може перейти навіть в конфліктну. Як побачити в тій людині залишки тієї рідної людини, яка була разом з вами? Ну, я не знаю, може не в усіх така ситуація, я це розумію, але як варіант може бути і так. Тому як не допустити до розриву стосунків? І що робити, якщо справді вже так сталося? Да, совершенно верно. Сейчас очень это распространенная ситуация, в которой мы все оказались. И мы предлагаем вам использовать эту ситуацию тоже как определенную возможность, потому что это вызов для всех нас, некуда убежать, некак, да, где-то вдохновиться в другом месте. И те рекомендации, которые мы вам предлагаем, это в первую очередь фокусироваться на том, чтобы использовать эту возможность для того, чтобы стать ближе и понять, с кем же я рядом живу, стать ближе и терпимее друг к другу, к своему супругу, там, партнеру, да, к жене, к своим детям. И рекомендации укрупненные, которые мы можем сейчас вот вам предложить, это, во-первых, все сейчас находятся в ситуации вот этого стресса, и очень важно понимать, что каждый справляется с ним по-своему. Важно научиться, да, учиться развивать, понимать, что со мной происходит, и доносить это правильно до своего партнера, да, то есть не просто срываться на нем, а понимать, что мне плохо, я как-то себя чувствую, да, понимать, что точно так же плохо может быть и вашему партнеру, и он имеет право побыть один, если ему хочется, не нужно его теребить и требовать что-то от него, он имеет право проявлять какие-то эмоции, может быть, критиковать новости, политику и так далее, он тоже имеет на это право, просто, ну, развивать в себе, просто принять этого процесса, понимать, что, ну, он имеет на это право.
Найти какие-то способы для того, чтобы поддерживать друг друга. Очень хорошо работает тактильная поддержка, особенно с детьми, да, перед тем, как кричать и требовать, убери и сделай, подойдите, прикоснитесь к ребенку, потом говорите с ним об этом. То есть какие-то моменты, связанные с тем, чтобы организовать как-то этот совместный досуг, направить его в какое-то русло, чтобы это было как-то не хаотично, чтобы как-то было интересно. Пусть это будет, конечно, сложно, допустим, организовать и работу дома, и детей как-то занять, но найти эти возможности для того, чтобы у вас была какая-то структура, когда вы идете в магазин, когда вы готовите еду, когда вы работаете. И делать это, конечно, все с позиции открытого сердца. Это очень важно, чтобы когда вы говорили со своим любимым, со своим ребенком, это вас даже если вас что-то раздражает и не устраивает, ваше сердце в этот момент было открыто, потому что вся ситуация, которая происходит в мире, она учит нас именно этому, да, для того, чтобы стать немного другими трошки собой. Трошки, може, терпимішими, да, так, один до одного, можливо, хоча б трошечки. Ну що ж, наостанок хочеться так загалом підсумок зробити. Так, Давид, я хотіла, щоб ми справді сьогодні побачили цей варіант, який існує, щоб ми ще сконцентрували свою увагу на тому, що можна зробити вдома. І, Ліль, дуже рада, щоб ми сьогодні проговорили те, що можна зробити в колі своєї родини. І я так сподіваюся, що всі люди, які нас сьогодні слухали, почули нас, так, і будуть, звичайно, повторювати за нами, будуть робити такі невеличкі техніки. Це працює, це правда, я це зрозуміла, побачила на собі. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні, все це показали. І вам теж благодарна. Так, і що ж, будемо здоровими, будемо сподіватися, що все дуже скоро закінчиться. Желаем вдохновения, и всех нас ждет другая реальность, ту реальность, которую мы создаем. Мы желаем всем не просто ждать чего-то, когда закончится само карантин, решится. Закончится кризис, и как-то само это все произойдет, а быть проактивными, включать эту креативную творческую часть и делать эти первые шаги прямо здесь и сейчас, в своем пространстве, для своих близких, для своих друзей, и простраивать то новое, ту новую реальность, которая уже совсем скоро придет, благодаря нашим совместным усилиям. Ну что, будем разом, будем стараться, чтобы все было добре. Ну а мы встретимся с вами уже за несколько минут.